Открытие 82-го сезона Ивановского музыкального театра состоялось в филармонии. Артисты подготовили для любимых зрителей сюрприз. За час до начала действия в фойе начался концерт, который подготовили солисты театра в сопровождении оркестра. А на сцене ивановцы увидели авторский балет Валентины Лисовской «12 стульев». В главных ролях солисты балета Андрей Бледнов, Мария Овчинникова, Артур Ижевский, Владимир Золотухин. Еще несколько постановок ивановцы увидят на сцене филармонии, а затем артисты отправятся на гастроли во Владимир, Кострому, Ярославль, Вологду. Конечно же, новый сезон не обойдется и без премьер. Мы планируем поставить в этом сезоне 2 спектакля. Это будут мюзиклы. Они будут для всех возрастов. А детскую сказку на Новый год мы планируем «Морозко». И также планируем провести ряд концертов в музее Бурылина. А возможно, даже зал классика. Это будут концерты классической музыки. Оффенбах, Моцарт, Верди, Пуччини и другие композиторы.